Всем привет на канале Олег Нестеров Брест. Такое будет сегодня короткое, очень непонятное видео. Вернее, понятное и совсем не видео. Это будет викторина. Итак, давайте я вам объясню правила викторины. Сейчас я вам задам один вопрос. И наиболее полный вопрос на мое усмотрение. Не спорьте там, кому, чей ответ мне больше всех понравится. Наиболее полный, с объяснениями, почему так. Тот вопрос, то есть считается победителем, я с вами свяжусь, и вы получите 1000 российских рублей, как, ну, просто приз такой небольшой. Просто немножко пятницу так мы развеселим, да? Итак, сам вопрос. Какой слой шпатлевки быстрее высохнет, тонкий или толстый? Почему так происходит? Приступаем. Переходим в комментарии. Обязательно должны быть подписаны на канал. И в комментарии пишем. В комментарии еще вопрос повторю. Наиболее полный получит 1000 рублей. Ну, либо на телефон, либо куда-то отошлю. Найдем как. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Здоровья всем крепкого, настроения бодрого, добра и бабла.